Первый описанный рецепт борща в 18 веке. В 1779 году в России появилась первая кулинарная книга «Поваренные записки». И вот какой рецепт борща там описан. Возьми коренья, петрушки, пастернак, селерею, лук, морковь, репу, свеклу, капусту свежую, всего по равной доле. Очисти, изруби, налей красным бульоном, положи без жиру всякого мяса, ветчины, говядины, телятины, баранины, изрезав мелко кусками. Горсть перцу неталенного, вари в котле под крышкой. И как все онное поспеет, заквась крепко уксусом, положи соли по пропорции, будет борщ. А по какому рецепту вы варите борщ?